Да. А меня-то зачем звать? Я понял, я уже так. Связь? Да. Было включено или не было? Нет, язи. Могу машину выбирать? Мелкий. Ой, какую? Ну какую? Любую. Какую? Блять. Я не ту капусту взял. Я старую взял. Ее есть. Я чуть не сдох только что, но это все ради стрима. Не кормите меня, не донатите меня на дошираке, приходится к вашему есть. Поддерживаю. Ага, отлично, все ускорились, а я нет. С тем как-то было. Блять, да ёбаный рот, ну что? Вот клуги. 10 секунд гонки, я уже матерюсь. Вы как это умудрились сделать? О, очень далеко ехать. Соси карман. Не, ну в принципе, для Чернобога. Тут, кстати, можно от них увернуться. И такая еще луст. Да. А, блин, я думал, у нас человек 15 хотя бы. Я бы хотел сказать, здесь самое то для. Да, в смысле, Чернобог появился и поехал сквозь меня и сбил. Второе место, пожалуйста, до свидания. Здесь, кстати, надо от третьего лица ставить, чтобы. Ой, от первого лица. Чтобы видно было, где. Или по карте. А, не, кстати, мышкой можно подвинуть. Ну да, вниз. Ну, по карте ориентироваться, где кто, да. И уже подруливать, соответственно. О, такси. И бустер четко. Ребят, едете, да? Да, проверяй. Что за плуги тут, а? Да, согласен. Нет! А, кажется, колесо отвалилось. Завтра будет шорт. Главный тут называется. Ну что-то наподобие того. А, Не-не-не. Видео будет называться «Пропустите главного плуга». Да. Там будет реально мудно. Как мне сейчас повезло. Нет, это видео... Что ты делаешь? Я не про Саня, это видео говорю. Как же мне повезло. Если кто не понял, я про другое видео, не про это. Кайфовый черный экран, просто обожаю. У меня его не было, так что, братан. Оп. Главное, чтоб не черный чем. Вижу. У меня, кстати. Нет. А у меня рекорд, одно колесо оставалось на машине. Одно, Карл. Так. Это я уже второй раз на эту хрень. Мне кажется, там Чернобог застрял. Стой. Я застрял, да. Ты был прав. Кто это? А где все? Я никого не вижу навстречу. Вообще никого. Да, раз. Да, слышу. Слово, заткнись. Раз. Ты что ли проверяешь? Давай вдвоем поедем. И по разным сторонам, кому больше повезет, да? Да. Одновременно. Ё-моё. Ёл-моё? Или в сценке. Это ёлки-палки, только ёл-моё. Да. Твою ж мать, танкист, что ты делаешь? Танкист, я понимаю. Ребята! Не, гонка, кстати, классная. Вы там едете, да? Гонка вообще классная. Она не похожа на другие БМК. Так, предлагаю тебе... По-моему, я всех собрал. Чёрный спасок добавить. Два Чернобога на одной дороге, слишком жестко. Розовый передачка. Пацаны, вы просто посмотрите, какая у меня просто... Ну там где, господи, Вова, почти. Вова, ты бы на Эсика сейчас посмотрел, у него из катафалка, сейчас у него хэтчбэк. Сань. Я вижу, это кто такой синий. Три инвалида едут. Вова, ты где? Вова, слышишь?
Да, я уже это, ну, могу то же самое сказать, реально. По-моему, слишком широко сделано. Нет, это зато гореть не будут, и гонка будет идти более быстрее, чем 3 часа, там, я не знаю, 2 часа. Это сейчас знаешь, что было, Вова? Да, едешь, и тебя просто в моменте нету, ты испарился, то есть. Да, да. Ты испарился прям с кадра. Реально так и было. Не, карта хорошая, вообще карта отпад просто. Ой, Евгений ловит! Иди в баню, иди нахер. Вова! Сюда я. Как исправить Вову за 0 секунд? Никак. Я знаю способ. Пошел тот, не знаю, танкист опять. Паштетус. Вот в этот раз я много поймал. Очень много. Эй, аккуратно. Ну что? Я бы сказал, это самая классная БМК. Чернобог. Она максимально не горючая. Чернобог. Пими. Блин, да. Станёк? Как ты понял? Заново поедем. Давай. Кем тут, кто вы, плуги? Сейчас я поработаю. А все на чернобоге, потом обратно подниматься. Это было бы смешно. Поехали. Евгения, вы куда без очереди проходите? Евгения. А, я, короче, этот упоролся в стенку, закинула. Роза, выйди нахер! Санёк, как дела? Это было красиво. И... Блядь, кто-нибудь посмотрите на мою машину. Вот, 10 раз повернулся здесь. Нет, ну смотри, она мне задерживает, я по полу еду, смотри. Это что? А! Ехал все спокойно, тут хуяк его перекинули в другую сторону, да, Саня? А что там, чернобог будет ехать? Это знаешь, что сейчас было? Это было как испариться за 0 секунд. Я смотрел в обратную сторону на машину, хотел записать кадры, в этот момент меня просто снесли. Я тебя пнул просто в ту сторону, а там чернобог летел, и ты прям под него заехал. А я решил записать этот момент, но уже это, так скажем, поздно было. Пацаны, чернобог, ку-ку. Это было, кстати, очень красиво. Блять, именно в меня, да? Спасибо. Пожалуйста, блин, не благодари. Еб твою. Владик, ну-ка, жди. Киллер, ты хороший человек. Ничего не скажу. Поехала нормально. Слушай, мне кажется, мы даже дотянем. Я тебе придам ухудение. Давай, войди в меня полностью. Давай. Ну. Нету буста. А, так ты уже в меня его, потому что вставил. Это. Нет. Че, Владик, чуть не обосрался? Да. Да? Было такое дело. Промелькнула вся жизнь перед лицом. Так. Один чернобог. Да, почти. И... давай это. Добивайте. Мясорубка пошла. Санечка. Арт вместе. Блин, сразу. Блин. А, да? Че? В смысле, я тебя в лоб въехал, как? Я тебя в лобешник же вроде как въехал, не? А, ты отлетел, да? Охренеть. А я видел, что я тебя снял. Это новый... какой? Это Ферран. Ух. Что так смешно это?
БМГи это не тенки, это вообще другое совершенно. Это настолько угарно, я не знаю. Давай попукну фраер тебя, давай. О, давай, да. Давай, давай. Ой, я тебя вставил, я тебя попок вставил. А, тут понял, что автор сделал. Короче, в нычку заезжаешь в левый край, и там упасть можно. Я упал сейчас. А мне сначала морду расключили, а потом жопу я взорвался. Так что я не выжил. Ой, у меня все черный экран. Потому что личные транспортные средства включены. Не видно. Это моя любимая стенка. Ой, БМК. Японский магнит. Ребята, ну не. А у тебя есть лишний канал, нету? Арт. У тебя было, я видел, ты там гонял с Инферно Нентл, Лесиков. Чё кто-то у них там был? Полиция Лос-Антоса выехала на вызов. Ну в каком-то видосике видел. Бля, я у чека Есиков. Я бы сейчас сказал бы другое слово, если бы он меня сбил. До свидания. Не успел. Ну Саня. Вот так вот надо. Черный плащ. Черный плащ. Я все детство думал, что он поет типа черный плащ. Только свистни, он по яйца. Какие яйца, я не понимал. А Филан с нами? Да. Да, но он. Он соблюдает правила чата. Нет, я не про то, я про то. Просто сразу нахуй. Я его пробовал обогнать, он меня затормозил и сам себя, и меня же зафейлил. Зачем? Ну и пофиг. Опа, штет, нихрена у тебя засрали. Карта отпад. Вообще топ. Если бы можно было отдаться, я бы отдался за эту карту. Ёп. Я бы отдался свои деньги. Но у меня их нет, поэтому. Когда надо, ее разворачивать. Когда не надо, не разворачивать. Эфтемэр. Санек, поехали вместе. А подождем, мы вдвоем влезем, да? Влезем, влезем. Давай, 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 давай. Я притормозу. Ага. И тут-то было. Давай, 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 притормозу. А ты же не забанил. Все. Тот, ты перелетел, да, его? Ну да, Арт, я даже сам это говорил уже, что... Ай. Я видел, правда, что его спинывали вот прям конкретно. Ну, я сколько не видел, его просто пинали, пинали, пинали. Ну, я понял, да. Да не, он нормально как-то в основном даже все-таки уже был.
Мелкий тут? Мелкий. Мелкого здесь нету. Нету? Ну, в игре, но... Но не в DS. Он бы сейчас сидел бы, болтал бы 3 часа. А чё вы не разговариваете? А чё другие... А, почему другие разговаривают? Ну да, так и есть. Потому что канал для 18+, но есть исключение. Потому что ты... Подонок! Который меня пихал! Танки... Почему я танкист попадается всегда, я не понимаю. Танкист вот... Ара... Понятно, минус по лесу. Я тут кувыркаюсь на чернобоге. Прям кувыркаешься? Я через крышу сальто сделал. У меня ракеты раздвинулись. Что за бирбоу клаб? Ладно, чатар, ты же сам говоришь это. Я не знаю. Да ладно, нормально все, ты чё? Войдешь? Нет! Это БМ-ка, тут надо пинаться. Как она так быстро едет? Да, разница. Это нормально. Можно. Континист. Я бы с качеством так сделал. О, согласен. А вон меня донесли назад. Целый месяц меня... Ой, целый час меня пинали все. Я не забуду этот день. Куда... Паштет все на этом джипе едет, он... Ты сколько на нем уже паштет едешь уже? Блин, ну, пацаны, паштет на 10 минут отстает. Давайте ему это, поможем джип пройти. Давайте. Просто все толкайте паштета, чтобы он до финиша доехал, до чека. Не, чернобогом, но в обратную сторону. Ребят, минуточку внимания можно? Давай. Парк или Санек, или Вован. Как то, как финишу будете уже к концу подходить, скажите, чтоб я очухался. В смысле? Ну, меня крашнуло с игры, я пока не захожу на кухню. А. В смысле, чтоб ты зашел в игру? Именно так. У меня 6 симочек. Я. Ты здесь не пройдешь. Арт, записывай быстрее. Я запишу, подожди. Да ёб твою мать. Хотел записать, не забывай. Я записать хотел. Чернобог задница едет. Стань, ты хотел записать за то, как я, чтобы я не проехал? Да, ты здесь не пройдешь. Нет, там бы можно было. Не, я бы просто бы вставил бы, а, ну, так точнее. Это контент. Это контент. Ты на втором месте, чё тебе жаловаться? Это жестко. Блин, я с Евгением Лав просто разрыв. Достал, братан, едь. Я вообще-то разворачивался, я вообще-то ничего не видел, так что это, ничего не было. Ничего не знаю, ничего не видел. Я ничего не видел, ничего не слышал, я разворачивался. Ты видели, что я разворачивался? Пау! Все видели. Пау! Лови, ребят. Ну не видел, что я разворачивался. Лови печку. Блин, я, короче, на фаргоне тут залип на финише, точнее на старте. О, паштет. Так,
Чернобоги, пожалуйста, не едьте. Не спускайтесь. Дайте я паштета затолкаю. Паштет есть слева? Пожалуйста, вот. Так, чернобоги, едьте, пожалуйста, не едьте справа, я Пашу толкаю. Дайте доехать ему до чека, он уже 15 минут на этом джипе. Можете меня потом застрелить, задавить, но я хочу паштета дотолкать. Слева едьте, пожалуйста, пока что, пока что. Чернобоги налево, налево, чернобоги. Все, спасибо. Ах ты, падла, ах ты сделал этот холк замкнул. Нет, он не слышит вообще. Ладно. Попытка номер два. Пусть номер три проехать. Фургон. Я буду страдать на этом фургоне, пока не затолкаю паштета наверх. О, паштет. Я думаю, любой бы так сделал. Ключик. Ну что, пора размансить. Вова, лови меня. Лови, иди отсюда. Киллер, вип, у тебя есть джип. Веня, как ты мог? Паштета, а чё ты не сейвишься? Паша, а чё ты не сейвишься в карманах? Там где карман есть. Паша, ты пережидай в карманах, ты вот сам косячишь. Арт. Я забаню тебя. Хренам при том. Нет, это ты говорил, я забаню тебя. Хренам при том. Помнишь? Нет. Я разворачивался, чувак. Чувак. А то долго, ты что, это минут 5, 10, 15, 5-го. А дырок не было больше. Монополий. У меня панто. Кто тебя портит? А кто-то будет играть? Танкист. А, ты паштет сдался, Влад, вместе с ним. Я тоже могу. Так точно. Я, кстати, ни разу внучку не заезжал в сейф. Один раз попробовал, но меня заберили и все. На одном полчаса сидеть. Бля, Занкакул, он реально конченый, блин, песня. Какой ник еще? Вот этот, МЗ, это вот. А, этот? Понятно. Ну, он всегда... Вот он меня сбивал половину раз в этой катке. А здесь ждем на чекпоинт, ой, на финише или нет? Нет. Ты твою мать! А чё ждать такого? Киллер! Ой, прости, пожалуйста. Красавчик просто. То мне чернобок проехал, у меня панта даже не поцарапана. Вот так, чуть-чуть, может. Что? То есть Ар проехал на джипе своем, ему ничего не задело, и тебя проехали. На тебя проехали, ничего не задело. Интересно. Кто там вылетел-то? Влад? Просил позвать его. Это сейчас ждем их, нет или нет? Нет. А.